Глава Тверского региона Игорь Руденя 26 июля первым из кандидатов представил в избирательную комиссию Тверской области документы на регистрацию кандидатом от партии «Единая Россия» на выборах губернатора. Игорь Руденя предоставил 183 подписи, необходимые для прохождения муниципального фильтра. Поддержку ему выразили муниципальные депутаты, представляющие все парламентские партии. Это работа над предстоящей стратегией развития региона на ближайшую пятилетку. Это объединение усилий в части нашей системы ценностей. Это прежде всего люди, это демография, это развитие экономическое, развитие инфраструктуры нашего региона. Ну и, конечно, это сохранение наших традиций, потому что мы все прекрасно понимаем, что Тверская область – это сердце центральной России. И мы все едины в том, что наша задача – развиваться и быть регионом, который должен находиться на достойном, высоком уровне Центрального федерального округа. Также выдвинуты три кандидатуры на пост представителя в Совете Федерации от региональной исполнительной власти. Это действующий сенатор Андрей Епишин, Людмила Скаковская, ректор Тверского госуниверситета, и глава Старецкого района Сергей Журавлев. Это яркие представители нашей команды, объяснил выбор кандидатур губернатор Игорь Руденя. Андрей Епишин активно принимает участие в разработке законопроектов с учетом интересов нашего региона. Людмила Скаковская готовит поколение новых специалистов в экономике и других сферах. Сергей Журавлев руководит территорией, которая в числе лучших муниципалитетов реализуют региональные программы. Глава региона рассказал, насколько важен сегодняшний этап и как повлияет этот шаг на организацию работы правительства в ближайшее время. Будет больше нагрузки, потому что есть документы, есть определенные ограничения, но при этом работа будет выполняться в полном объеме, как губернатора, как председателя правительства. Напомним, решение о выдвижении Игоря Рудени кандидатом в губернатора Тверской области от «Единой России» было принято 29 июня на втором этапе конференции регионального отделения партии. В этот же день Игорь Рудени предоставил в избирательную комиссию Тверской области документы для выдвижения в качестве кандидата на должность губернатора. Выборы главы региона состоятся в сентябре. Голосование продлится 3 дня с 17 по 19 сентября.